такая сегодня картина в Рижском заливе 17 сентября 2020 года в 14:45-46 уже минут. Северный ветер более 30 километров в час, а к 18 часам будет 45 километров в час. Ну будет чуть западной. С запада северный этот ветер. И дождь временами. И вот такая кривая температура. Сегодня левое крайнее положение, значок, дождь идет. Написано в переводе на русский «мало ливней». Но мало — это 3,68 миллиметра. За сутки будет. А температура 12 градусов на 14 часов дня. И будет 13 градусов в 17 часов. Ну а завтра зато будет солнечный день, переменная погода будет. И к 17 часам будет 16 градусов, но ненадолго, всего лишь на часик. А в дальнейшие дни будут солнечные. И давление вот повышается. Здесь мы видим 1022 гектопаскаля. И будет повышаться. Ну и будет до 20 градусов еще тепла 22 сентября, 23 сентября, а 24 будет 19 градусов, но уже пойдет дождь. И вот ветер сейчас 37 километров, а как я уже говорил, в 18 часов будет 47 километров в час ветер, еще сильнее. И будет вот пик дождя в 19 часов сегодня. Ну а на этом сегодняшний обзор погоды будем заканчивать.
А Бородина можно.